Более 200 юных девушек от 6 до 17 лет приняли участие в традиционных региональных соревнованиях по художественной гимнастике. 38 гимнасток – спортсменки из Бердска. Как отмечают организаторы, участвуют и те команды, которые приезжают в наш город уже 2 десятилетия. Есть команда, которая 21 раз приезжает издалека у нас. Это город Барнаул. Они были первооткрывателями тоже в городе здесь. Участников у нас 220 и 27 групповых упражнений. Получается у нас 24 команды. Это представители школ, 6 школ города Новосибирска, город Братск Иркутской области, Шелихов. Это дальние города. Ну и наши ближние зарубежья, Новосибирская область. Соревнования продолжались 3 дня. Спортсменки выступали как в групповых упражнениях, так и представили судьям и зрителям свою индивидуальную программу. Традиционно в выступлениях использованы лента, булава, обруч и скакалка. Мы приехали из Новосибирска. Дочь занимается художественной гимнастикой уже 6 лет. Мы решили ее отдать в художественную гимнастику, потому что папа у нас сам спортсмен. И решили, что дочка тоже должна быть спортсменкой. А еще потому, что художественная школа развивает физическое развитие, хорошая осаночка, какие-то движения красивые, женственные. Мне нравится гимнастика, потому что там всякие упражнения прикольные, под ними музыки можно, под ними танцевать. И я занимаюсь 6 лет гимнастикой. Я выступила хорошо, меня тренер похвалил. Как отмечают родители участниц, занятия спортом помогают юным гимнасткам не только становиться грациозными и красивыми, но и воспитывают характер и стремление достигать поставленных целей. Мы решили отдать художественную гимнастику, потому что это единственный женский вид спорта, который берут детей с 3 лет. Ну, то есть ведут по всей жизни. Очень заметны дети-спортсмены. И в школе замечают, и учителя всегда. Ну, как бы видно детей спортсменов, которые более организованные, более сжаты по времени, по урокам, по распорядку дня. По итогам соревнований самые талантливые юные участницы получили призы и награды. Стоит отметить, что бердчанки показали хорошую подготовку, завоевав серебряные и бронзовые медали. Варвара Иванова получила приз «Мисс Улыбка», а Алена Козлова завоевала титул «Мисс Турнира».